Всем привет! Мы, в общем, сегодня вышли погулять. У нас тут возле дома стадион и как бы такой парк для детей, игровая площадка. В общем, такая вот сирень растет, всякие вот цветочки тут. В общем, организация пенаты. Вот там ромашки красивые. А вот наш дом. В общем, это для детей площадка. На стадион, который находится возле нашего дома. Называется этот стадион «Молния». Ничего, тут даже парикмахерская он где-то есть тут. Всем. Парикмахерская. И вот «Молния» — семейный спортивный комплекс. Так, ну, в общем, вот такой вот стадион. Но мне кажется, он это, тут как-то не сильно ухожено. Вот видите, вот эта трибуна получается, где люди сидят, какая-то она вся ржавая. Ну а так, в принципе, дорожка вот есть, если так побегать. Ой, комары тут. Футбольные ворота стоят. Травка зеленая. Все как надо. И вот, получается, наш дом прям рядом тут стоит. Вот тоже площадка. Это для тенниса? Сейчас посмотрим, что тут написано. Так, вот футбольный клуб «Молния». Ну, это, наверное, для волейбола, для баскетбола. Такая травка зеленая. Вот, в общем, площадка такая. Она уже загорожена сеткой. Такая вот. По городу Омску. Находимся в центре. Это у нас театральная площадь. Вот театр музыкальный. Сейчас я отойду и сниму его полностью. Там у нас фонтан. Сейчас, наверное, дождик у нас будет. Крыша как горка, в общем. Там-там-там. В общем, вот такой вот театр. Монетки и загадывать желание. Фонтан. Давай. Раз, два, три. У-ху! Ребята, у нас, в общем, здесь человек ходит с обезьянкой. В общем, вот такая обезьянка сидит. Ходит, в общем, ищет народ, чтобы сфоткать кого-нибудь. В общем, такая милая обезьянка сидит.
Купила я соду, семечки и хлеб. Закончились у нас. Ну, сейчас еще прогуляемся и пойдем домой.